смотри на меня. Петруш, выходи! Эх, по полкам-то все новое подавали. Палаты нарядные, парадные, нарядные, парадные. Говорится так, что все новое — это старое. Ну какой ты молодец! Там нас эти много хороших, эти много хороших. Ну какой ты молодец! Ну подари, подари. Вчера же их приготовили там. Чего не приготовили? Мне просто первый раз пробовала с этой штукой, я не расселась. Ну, кафтаном, первый раз с кафтаном. Я не буду задыхаться, я расподнесу. Я занятой. На краю. Не знаю, потому что ты начала поднимать стол зачем-то. Он едет. Вот и все. Может, на колеса? Не надо, не надо. Все надо на колеса. А ты не можешь тарелки-то не на эту ставить, а куда? Уносить на стол. Хорошо. Ну, нелогично. Они потом убирают скамейку, и она все падает. Точно так же улика. Улику, значит, себе засунь в этот, как вот сюда. Вот, конечно. Ну, не пофиг, желательно
Можно сказать даже «Уйди так». Все. Ай, батюшка, государь, что-то, поехали. Приготовились. Пора царя батюшку звать! Государь! Государь! И тебе не обращать, и себя в него, это что влюбился в царскую дочь. Жизнь настала бы настолько.
здесь с тобой? Ах, если бы! Ах, если бы! Держи плохо, если бы! Ах, если бы! Ах, если бы! Не жизнь была бы, а почему раньше-то нельзя? Песня вот на этом
Так, смотрите, смотрите, там гриб. Ух ты! Спасибо! Андрей, он говорит, красота, а хвост возбужден. Вот. Побольше, побольше. Ух ты! Спасибо, лягушки! Спасибо, водяной! Век помнить буду! А как же он теперь? Полиции! Теперь тебе слова нужны, заветные, Ваня! Без них не полетишь! Какие такие слова? Это тебе у сестриц моих узнать надо. Бабки ёшки на ступах летают, они с